Всех приветствую на своем канале. Это, наверное, будет 12-е. Я сейчас посмотрела по номеру коммента к 11-му. Приветы. У меня их немножко. Но я так понимаю, что раз я уезжаю на 5 дней, то и особо ничего не записываю, то, наверное, можно сделать исключение и передать вам приветы. В общем, Алена Лиса, привет. Я показывать не буду, потому что у меня тут вообще частично черновик. И я тут кучу всего записывала, как обычно, своего по диагонали. Алина из Казахстана, у которой день рождения было буквально вчера, 19 июля. Привет тебе. И еще она просит передать привет своему другу Ваньке из Питера. Ванька из Питера, привет тебе. Так, Алексей Панин, привет. Так, Настя Гончар от Амины, привет. И Елизавета Ларина из Москвы, привет тебе. Зарема Эскерова, привет тебе, та, что пишет мне в личку ВКонтакте сообщения всякие разные интересные. Валерия Карнаухова, привет. Мистер Кексик, привет. Кажется, мистер Кейк, если я ничего не перепутала, но я решила, что это кексик. Кексик — это что-то вкусное. Я вообще люблю кексики. Так. Данила Зайцев из Риги, привет. Я решила просто сейчас не отвечать на комментарий, который вот только что намыла, пришить, что да-да, вот я отвечу, да, передам вам привет. Я просто решила записать сразу видео. И Лера Зайцева тоже привет. В общем, вот вам все приветы. И если кто-то есть из Белоруссии и есть желание встретиться вдруг случайно, то 23 июля можно погулять по Минску. Вот такие дела. Я особо не марафетилась, потому что, как обычно, все спонтанно. Ну и про все ваши запросы я помню и постараюсь когда-нибудь, по крайней мере, когда спадет жара и у меня появится больше свободного времени, то запишу все, конечно же. Ну и если вы досмотрели до конца, то я очень рада. Пишите комменты. Если кого-то забыла в приветах передать, то простите, пожалуйста, можете вы мне напомнить. И от напоминания вы и я не помрете. Ну и до новых встреч. Пока.